Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня такая классная погода, и мы отправились на вулкан Тейде. В этот раз план такой. Мы не поднимаемся на вулкан, мы там уже были, а осматриваем национальный парк Тейде. Будет много красивых видов, много музыки и мало слов. Sabrosa y tan dulce como un mango. Una chica de Bahía con milagros. Cantita bien caro. La Bahía, brasilera canta a capela. Dime en portugués todo lo que quieras. Yo te llego en cualquier manera. Semi-automatic. Shoot my shot in verse until I had it. Pajama, she was cinematic. Speak to me in tongues like a fanatic. Me gusta bien caro, en un Ferrari bien caro, con mucho clase bien caro, con un estilo bien caro. Me gusta bien caro, en lencería bien caro, con alma bien caro. Baby, yo sé que tú eres caro. Me dañaste todo de mi mente, soñando toda la noche de ti y tú solamente. Enamorado, eso se me dio, ay Dios. Так, национальный парк Тейде, вот где мы находимся в данный момент. Где мы находимся? Вот видишь, тут все написано, что запрещено. Но Том не запрещен. Хорошо. Наша прогулка будет состоять из коротких переездов между смотровыми площадками, расположенных в самых живописных местах парка. Sigue el corriente, saca la botella, cambia el ambiente. Baby, no me mientes, tú sabes que te gusta muy caliente. Y baby, cuando bailas, moviendo suavecito, yo me quedo callado. Y baby, estoy perdido, volviendo loco en mi mente. Yo no sé lo que pasó. Cuéntame, porque el corazón me robó. Me robaste demasiado, bailando en mi mente todavía no he pagado. Bájalo, bájalo pa' mí, tíralo, tíralo vacío. Sundress, God bless, let you shine on my love, my love. Volviendo loco en mi mente, yo no sé lo que pasó. Ладно, мы приехали на парковку около Тейде. А сейчас пойдем изучим инфраструктуру. Ворот апартамента де визитенас катери. Кафетери. Да. Вот и же у нас кафетери. Красота какая. Нашли небольшой кафетерий.
кофе. Кофе на вулкане. Как? Снимаем тейды, идем хорошо, пока. Напугали нашего Тома, меня стулом. Я говорю, 3000 евро грозились отобрать из-за Тома. Да. Но мы не знаем, нигде не нашла. Все проверила вывески, запрещения, нет нигде. Да, я ходила в туалет и вот здесь вот посмотрела, типа музея Тейда. Там он много. Ну что ты, где? Я уже тут убежал, все. Парк Националь Дель Тейде. Все запрещения, которые нельзя, но нету на. Corriente, saca la botella, cambia el ambiente. Baby, no me mientes, tú sabes que te gusta muy caliente. Y baby, cuando bailas, porque no sabes si todo, yo me quedo callado. Y baby, estoy perdido. Y eso se acabó, bailando por la noche. Так, а сейчас будет. Она как раз туда, наверное, повернет. Тут будет дорога налево на фуникулёр, а здесь мы едем прямо, потому что мы не будем подниматься сегодня на саму вершину Тейда. Мы там были. Да, мы там уже были. Наш маршрут на сегодня я изобразила на схеме. Мы едем по другой дороге, мы едем на север. По дороге на Санта-Крус и оттуда в Адехе. Горы, скалы, очень красивая дорожка тоже. Не такая живописная, как та, по которой мы ехали с юга. Ну, посмотрим, мы просто по ней еще ни разу не ездили. Поэтому нам надо освоить эту дорогу. Мы на очередной смотровой площадке. Парк Националь. Тут идет пешая тропа, видимо, более пологий склон, и они идут здесь на Тейде. Me dañaste todo de mi mente, soñando toda la noche de ti y tú solamente. Enamorado, eso se me dio. Ay.
Perreando toda la noche en la pared. I just wanna feel you up against my head. Baby, just wind up all on me. Be my champagne and pop that. Смотри, разного цвета. Хорошо. Давай я сейчас вот здесь остановлюсь. Давай. Здесь вообще разноцветный какой-то песок. Даже камни пропали тут, а осталась такая песчаная пустыня. Ты меня будешь фоткать около этой пустыни, а он там ходит с рюкзаками. Да, там, наверное, тропа. Да. Наверное. Сейчас я хочу сфоткать. 8 градусов. Ужас. Оденься. En mi mente lo pasamos bien la vida, pero realmente siempre me olvida. Quiero que seas muy contenta, quiero escapar la tormenta. Quítate la ropa bien mojadita, fuerte mari se llama indica. Yeah. Esa noche en mi carro y pensé que estaba yo muy claro. ¿Cómo te sientes? Yeah. Jugando con mi mente, ya corazón me fui. Necesito amar a mí. Acabó el baile con mi vida. Queda por la salida y tú me das ansiedad cuando no me mires a los ojos. A los lobos. En mi mente, quiero algo diferente. Quiero algo diferente. De mí a ti. Теперь мы поехали вниз. Светит
какая-то стоянка. Так, а здесь что? А, вон там. Все нашла. Так, очередная табличка. И вот туалеты. Сеус. Ну, интересно, они работают или нет? Так, туалет закрыт. Прекрасно. Инвалид мог бы сходить, но, к сожалению, туалеты закрыты. Мы в высоте, облака ниже нас, они там внизу, а мы спускаемся с горы. Мы пошли вниз, и кругом вот эти сосны, такие специальные канарские пушистые сосны. Красота. Остановки, но туалета нет, и все кругом, конечно же, уже уделано. Но очень большой промежуток на спуске, где нет вообще никакой инфраструктуры, так что ходите там, где она есть. Recordando esa noche en mi carro y pensé que estaba yo muy claro. ¿Cómo te sientes? Yeah. Jugando con mi mente, ya corazón me fui. Necesito amar a mí. Acabó el baile con mi vida. Queda por la salida. Смотри, какая вещь, супер. Здесь вот все можно останавливаться и снимать. Но видишь, сегодня очень большой туман. В этом плане нам не повезло, конечно, здесь с этой дорогой. С той повезло, с этой нет. Потому что эликуанцы 330 метров. Здесь смотровая площадка. Смотри, куда идти надо, вон туда. Красота. Ну, еще не закат, конечно, но уже 6 часа. Облака. Ой, ну все заволокли. Солнце, ты знаешь, засадится же в той стороне, а да. Уже за горой. Там уже можно было закат снимать. А здесь вот мы снимаем сплошной туман. Как ежики в тумане.
да, что тут вас снимают вертолеты и дроны. Какое-то место. Здесь, наверное, пешие трупы идут куда-то. Вот так. Вот тут пешие трупы, указатели, кому куда. Вот они тут ходят. Да, очень много. Так, ну что, мы из облаков, по-моему, вышли. Опустились ниже. И теперь продолжаем спускаться. Да, спускаемся. Да. Ой, какой синенький домик. Ой, красота. Какая низкая облачность. Да. И мы уже спустились из облака. Сейчас будет солнышко. Ой, сколько много! 7 километров еще. Вот уже мы на подъезде к Пуэрто де ла Крус. Красивенько. Наше путешествие заканчивается. Надеюсь, вы поняли, зачем люди ездят на Тейде. Это нереальный мир, другая планета, место притяжения. Приезжайте, здесь вы обязательно зарядитесь позитивом. Ну а мы находимся в городке Лауратава и сейчас будем выезжать на наш маршрут в Адыхе. Надеюсь, вам понравилось наше путешествие, наш музыкальный фильм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра и мира.